Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я, как вы уже поняли, покажу вам закупку продуктов из магазина Лента. У меня будет в чеке скидка к дню рождения. Там, по-моему, 15 или 10 что-то процентов дают, ну что-то такое. У меня скоро будет день рождения, и поэтому решила заехать купить. На самом деле не планировала заезжать. После родительского собрания решила все-таки заехать и купить что-нибудь мясное. Хотела мясо на фарш. Чек будет, как всегда, в конце видео. Давайте уже покажу вам закупку. Девочки мои все проверили. У меня теперь две девочки-проверяльщицы. Вот такая закупка у меня получилась. И давайте начну немножко... Ну, бытовой химии особо никакой не брала. Взяла туалетную бумагу. Не знаю, есть у меня еще дома или нет, но я взяла пеленки для младшей моей собачки. Решила вот такие взять, они обычные. И здесь немножечко собачкам своим вкусняшки. Это я младший, мини-косточки. А это у меня старшие вот такие жевательные палочки для чистки зубов. Дальше. Была скидка на курицу, что-то по 130 с чем-то рублей она была. Соответственно, я взяла две тушки. Я еще раз повторяюсь, я их разделываю. Спинка на суп, ножки на, соответственно, там пожарить, запечь, да, и грудка на какие-то блюда. И вот я купила мясо на котлетки, сделаю, потом докуплю в другом месте говядину и, соответственно, добавлю, будет у меня такой фарш, да. Значит, тоже было со скидкой вот это мясо. И еще взяла вот такой кусочек, ну, какие-нибудь отбивные сделаю, корейка кусочек, или просто запекаю обычно в духовке. Дальше немножко взяла полуфабрикатов, наггетсы, две упаковки, тоже на них была скидка. И вот такие штучки попробовала, взяла из курицы. Мне кажется, мы как-то, муж у меня вроде бы их покупал, и были вкусные. Здесь колбаски взяла пепперони, думаю, может быть, пиццу. Скоро майские праздники же, да, уже. И, может быть, на праздниках сделаю пиццу как раз. Ну и, соответственно, еще сосиски взяла. Вот так вот вместе получается вкусно. И сыр. Вот такой взяла по-шихонски. Я беру такой сыр для запекания чего-нибудь. Как раз я взяла вот такие... гнезда, они были тоже со скидкой. Я их делаю, скажем так, детский вариант, то есть без фарша, а с сосисками и с сыром. Просто выкладываю, получается вкусно. Также скоро Пасха, поэтому я взяла еще белые яйца. Три десятка, будем красить с мальчишками. Так, из молочки взяла только молоко, и то потому, что оно было со скидкой. Тоже, может быть, на майских праздниках сделаю блинчики. Здесь набрала соки всякие, мультифруктовый, апельсин и вот такой еще. Слушайте, у меня вот, это, вот эту штуку очень нравится моему сыну старшему. Он вообще фанатеет, потому что там внутри вот такие желейные штучки. Ну, вы знаете, мне тоже очень нравится. Я вот сейчас ехала, в машине пила. Ну, сейчас у меня еще мальчишки тут отпили, пока я выкладывала продукты. Ну, реально очень вкусно. И утоляет жажду вообще, ну, ура просто. Ну, еще фанту вот такую немножко побаловать. Взяла кофе Якобс, потому что именно Якобс было со скидкой. Я беру всегда вот это кофе в зернах. Здесь килограмм. И я всегда его беру со скидкой. Дальше здесь у меня еще вот такие вот маленькие, тоже на пробу это старшему сыну, младший у меня вообще не понимает вот это, там реально внутри кусочки, ну, такие как желейные, в общем, ему очень нравится, он меня всегда просит ему покупать вот такие, взяла вот такой и тут тоже с клубникой. Так, также взяла соки, это вот в школу он у меня тоже берет разные, тут какие-то вот Лента Kids вот такие появились. В общем, яблоко-банан, думаю, ему понравится. И хлеб взяла вот такой, на него была, потому что акция тоже. Я взяла вот такой тостовый, получается, молочный геркулес и с отрубями. С отрубями я что-то в последнее время люблю. Круассаны на завтрак. Вот такие были. Скидка на Яшкино, поэтому их и взяла. Но вообще Яшкино, кстати, вкусные круассаны. Две упаковки с сахаром обычного. И здесь немножко таких вкусностей. И вот такие штучки тоже у меня мужчина мой очень любит. Хлебные палочки. Вот эти, кстати, очень вкусные. Томаты, садовые травы. Будете в ленте, увидите, обязательно возьмите.
Салат из морской капусты. Я обожаю морскую капусту. Я вот могу вот просто сесть и съесть без всего, девочки, честно. Муж говорит, наверное, тебе йода не хватает. Ну, не знаю. Еще хрен вот такой купила, Махеев. Очень удобно вот у Махеев вот эта упаковочка, да, что не надо лазить туда, выдавила себе сколько нужно. И еще увидела, смотрите, томатную пасту, главпродукт вот в такой упаковке. То есть тоже можно закрыл и хранить в холодильнике, потому что такие упаковочки, если вот так вот сгибать и там, допустим, прищепочку какую-то, они все равно по краям высыхают. Томатная паста. А здесь вот такая вот. Причем вот этот главпродукт, она вроде бы неплохая томатная паста. Видите, состав просто томатная паста. Вот. Так что вот такая вот еще упаковка. Первый раз, кстати, такую видела. Ну, из фруктов, из овощей у меня еще есть и зелень, и помидоры. Я купила только 3 огурца. На развес огурцы вообще все просто. Они какие-то даже, знаете, такие в пятнах, непонятно какие, поэтому на развес я не стала брать. Взяла в упаковке и взяла нектарины. Девочки, нектарины вкусные, они просто жесткие, но при этом сладкие. Я не знаю, откуда их привозят. Вот показываю чек, не знаю, не написано, откуда их привезли. Вот я здесь взяла немножко. И сливы вот эти вот. Мне очень нравятся эти сливы. Они чуть-чуть кисловатые. У них кожица кисловатая, а мякоть сладкая внутри. Но они тоже такие не сильно мягкие. Не как вот наши обычные, да, такие сливы. А вот такие, но очень вкусные. У меня дети с огромным удовольствием их едят. Тем более на красную была скидка. Она, по-моему, подешевле стоила. Вот, так что вот такая вот у меня получилась такая спонтанная небольшая закупка. Но, в принципе, ехала... Мы решила поехать, чтобы купить мясо. В ленте оно подешевле. Ну, плюс моя скидка. Не знаю, сейчас в чеке вам покажу. Посмотрим, на что у меня там получилась скидка к дню рождения, на что не получилось.